Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас кулинарный видосик. Я вам буду рассказывать о том, как приготовить древнее вкуснейшее китайское блюдо, которое называется крахмальная лапша с устрицами, приготовленная, зажаренная в фольге. Можете себе представить? Блюдо, которое когда-то давным-давно в провинции Фуцзян придумал древний пророк, который говорил о том, что если вы его будете есть каждый день, то оно вам очень быстро надоест, но один раз можно съесть. Для этого нам понадобится кипяченая вода, китайская крахмальная лапша. Ребята, немножечко, минутки 2-3 подождем, пропарится, запарится, и будем добавлять остальные секретные ингредиенты. Итак, добавляем сперва-наперво фасолевые стружки. Столовую ложку перечного масла. Немножечко соевого соуса. Чесночного масла тоже столовую ложечку. Оп. Грибочки динджин моку, даже без них, дорогие друзья. И, конечно, немножечко мидии, 2 штучки. Ребята, для красоты немножечко перца красного и кунжута. Ну и куда же без зелени, дорогие друзья? Сверху все. И вишенка на торте, немножечко арахисов, немножечко. Обильно посыпаем. Ребята, размешиваем, предвкушаем, пускаем слюньки, просто размешиваем. Блюдо уже почти готово. А для тех из вас, у кого нет таких ингредиентов, китайцы придумали свой мега бич-пакет. Дорогие друзья, досматриваем видосик до конца, там я расскажу, как получить 3 точно такие же. Начинаем распаковочку. Когда я ее увидел в магазине, я просто не мог поверить своим глазам. Дорогие друзья, давайте вместе прочитаем. Си Джи Хуа Дзя Фэнь. Лапша крахмальная с устрицами, приготовленная в фольге. Ну, разве такое может быть? Конечно, перемотайте видосик вперед, вы все увидите. Начинаем распаковывать. Ха, дорогие друзья, считаем вместе пакетики. Умеете считать до 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Что это такое? Лапша, сразу понятно. Окей. Приправка первая. Цайбао. Это просто приправа с перцем. Ой, что это такое? Лайобао. Это перченое масло. Дзянбао. Это, как это сказать-то его? Короче, черный какой-то уксус или перец. Здесь у нас что-то такое. Забываю. Дзянбао. Это чесночное масло. Чесночное масло. Это у нас что? Смотрите, дорогие друзья. Это склад грязи. Да, склад грязи. А, этот грибочки. Это грибочки. Еще один цайбао. Это еще один пакетик с... Как их говорят? Как по-русски говорить? Я забыл. Овощи с овощами. Матерь Божья. Это еще один тоже какой-то с чем-то, что-то такое. И здесь самое главное. Можете себе представить, в бич-пакете 2 устрицы. Не одна, а 2. Я их 2 оторвал. И здесь секретный пакет. Смотрите. Секретный какой-то ингредиент. Ничего не написано, кроме цифр. Может быть, это QR-код какой-то. Полноценная вилка. Не такая вилка, которая в вашем дошираке, обычном, католическом, православном, а полноценная вилка. И для закуси мо-бао. Бе-хао. Написано, не запаривай меня, дурачок, не запаривай. Нужно просто есть и все, ганши, кушать. Сухим. В общем, вы все поняли, дорогие друзья. Просто открываем все пакетики, смешиваем все содержимое в чашки и заливаем кипятком. Вот и весь рецепт. Ребята, настоящий вкус китайского блюда.
Вы такое никогда в жизни не приготовите, если у вас не будет вот такого набора, а волшебного. Мягенько, вкусненько. Смотрите, давайте проверим. Вот вы говорите, что китайцы подделывают продукты, там яйца искусственные делают. Что, давайте проверим искусственную устрицу или это мидия? Что это такое? Я не понимаю. Или, может быть, это улитка? Вполне себе похоже на настоящую. Она никакая не искусственная. А соус? Самое главное, соус, дорогие друзья. Какой соус? Арахис, кстати, вот прям арахис в тему они положили, чтобы погрызть на зубах, чтобы погрызть. Ой, матерь божья, дорогие друзья. Ребята, зацените, какая красотища получилась. Какая красотища и какая вкуснотища. Для тех, кто хочет попробовать приготовить то же самое дома, я готов разыграть эти бич-пакетные наборчики. Как разыграть? Среди тех, кто напишет комментарий под видосом. Кому из вас что больше понравилось? Может быть, ведущий, может быть, вам понравилась лапша, может быть, вам понравился... штатив. Может быть, вам что-то другое понравилось. Пишите в комментариях. Мы через недельку запустим стримчанский и на нем разыграем 3 наборчика. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели видосик до конца. Целую вас в пупочек, в лобочек, куда хотите. В общем, кушаем вместе. Не забываем, не... Вернее, все, ничего не надо забывать. Цайдзень, дорогие друзья. Цайдзень. 我心爱就像跳到我酸